Всем привет! После видоса с Джимом было много вопросов, какой будет моя следующая машина. Я до сих пор не определился, но я определился с концепцией. Это будет честный внедорожник, приспособленный к дальним поездкам. Сразу нарисовалась проблемка, что взять? Свежий отечественный автомобиль или подержанную иномарочку? В нашем случае это бюджет 600-800 тысяч в качестве свежей русской машины. У нас УАЗ Патриот, любезно предоставленный дилерским центром Лаура Озерки, и в качестве у нас потрепанной иномарочки Mercedes Геленваген чувачка, который держит камеру. А в качестве независимых экспертов у нас Вовчик и Сережка, которые и будут ездить со мной в эти дальние поездки. У нас есть риск вообще сегодня лишиться каких-либо съемок. Сейчас объясню, почему. Там ремешок еще вообще на месте. Эксперты сказали, до города не доеду. Да, парни? Сижу выше маршрутки, чувствую себя царем. Царская машина. Едешь и доминируешь. Дима переплыл реку и готов нас снимать. Блядь. 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 Остановите, я выйду. Горка не берется. Какие советы от экспертов не поступали, ничего не работает. Сюда надо Геленвагена по-любому. До воротников говорил, газовать надо. Блин, а это так не втыкается, да? Зачем платить больше, подсказывают эксперты. Включаю заднюю блокировку. Так, мы по-прежнему на накачанных колесах. УАЗик по-прежнему работает, да? УАЗик, да. Ремень целый. Радио по-прежнему не работает. Один раз сама диагностика произвел. Да, была. Не заводился один раз. Так, ну сейчас потихонечку вначале. Что думают эксперты по поводу этого подъема? Что надо набрать ходу.
ходу, а денег набрать на ремонт тоже надо. На табло счет 2-0 в пользу немецкой сборной. Пока что игра идет в одни ворота. Гелик за счет 33-х колес, блокировок, даже со слабым мотором и с коробкой автомат, которая, в общем-то, и делает его еще слабее, он едет без проблем там, где у УАЗика серьезные проблемы. УАЗик, я напомню, у нас 30-е колеса, блокировок никаких нет, машина стоковая. Блин, ну здесь мы в прошлый раз, не помню, не проехали. Трос, Валетич, быстрее! Очень стрёмно, ребята. Надо ехать на гелике. Ну а девки как реагируют? Ну на в Патрик не сядут. А когда видят ржавые бока на гелике, сядут гелик? Как всегда, можно ночью, это... можно ночью подъехать. Можно на гелике ночью подъехать, и телочка сядет на черном, тебе. На патриоте даже на черном, если подъедешь, не дадут. Ну что, какая дальше у нас программа? Дальше в магазин, магазин за пивом. Берем в полторахах. Погнали. Дорогой, делай свое дело. Я профессионал. Короче, продвигаюсь до максимума. Вот эта позиция для меня. Я ростом 1.70 м, как Владимир Владимирович Путин. И вот мое рабочее положение, да, за рулем. Вот, собственно, первая передача. Третья уже на вытянутую руку. Пятая мне, вот она, у меня даже спина отрывается от подушки. Поэтому, собственно, Путину дарят не УАЗики, а Нивы. Чтобы он нормально за ними сел и никого не очпокал на заводе. Вполне адекватный автомобиль, двигатель эластичный, колесики стоят штатные, как бы на них машина себя чувствует нормально, почти на каждой передачке мотор вытягивает без проблем. Я не знаю, что будет, если поставить, допустим, 32-е хотя бы колеса, у меня есть такие опасения, что ему будет уже очень тяжело. Вот, подвесочка пока новая, работает нормально. Да, в общем-то, меня абсолютно ничего не напрягает. Я бы на такой машине с удовольствием бы вот ездил в дальние поездки. По трассе она мне очень понравилась. По трассе можно держать запросто скорость там 100, даже 120 на обгонах. В принципе, 110 крейсерскую можно держать. Что не понравилось, машина реально рыскает. Рыскает на дороге, то есть если у нас легкая колея, уже руль одной рукой вот так не подержишь. То есть реально, если особенно ты курсируешь, у тебя справа машина, слева машина, то есть тебе реально надо напрягаться, ты вот постоянно ее ловишь. Короче, по посадке в гелике.
Опять-таки, вот сиденья у тебя здесь нестандартные стоят, это G500. Чуть-чуть это они нестандартные-то? Они просто кожа перешита, это что, это его родные сиденья. А крепеж вообще весь стандартный? Все одинаково. Ну, соответственно, вот. Вот он как был рассчитан. Опять-таки, я при своем росте, ну, как бы, я бы хотел чуть-чуть передвинуться. Машина вот 96-го года же, да? 93-го. Ну, 93-го, тем более. Вот на уровне ощущения руками все равно намного приятней. Все эти материалы, вот за все браться приятно. Да, если посмотреть на все эти кнопочки, на приборы, ну, как бы немножко архаичная машина, все-таки сколько ей лет уже? Сколько ей лет? Ей лет 23 года, Карл. Двигатель очень слабый, это главный недостаток этой машины. Он, в принципе, на ней слабый, так тут еще с возрастом он еще подрастерял селенки. Ну и плюс коробка. Маша, сколько у тебя машина прошла? 320 тысяч километров, в коробку никто не лазил. Естественно, она немножко, ну, она не немножко, она дергается, но при этом она до сих пор работает, и признаков такой скорой кончины у нее нет. Машина на руль очень адекватно реагирует. Я не знаю, в чем дело, в конструктивном машине одни и те же, то ли это настройка амортизаторов и пружин, стабилизатора, но... Или, я не знаю, где-то что-то как-то с углами отработано хорошо. Но суть в том, что реально машина приятная в управлении. Был бы другой мотор, вот катайся, не хочу, хоть каждый день, хоть на работу, хоть куда. Мне нравится. Лишь бы не ломалась и не сосала деньги. Наши независимые эксперты посчитали тест необъективным. Соответственно, по их пожеланию, вот такую конструкцию мы соорудили. Для чистоты эксперимента на гелике у нас межосевая блокировка только будет включена. Вовчик, давай, координируй наши действия. Ничья. Сегодня мы столкнули лицом к лицу два джипа, черный и белый, немецкий и русский, свежий и старенький. Какие выводы можно сделать? Меня на самом деле приятно удивил Патриот, удивил комфортом на трассе, низким уровнем шума. На бездорожье тоже бодрячком. Понятное дело, не хватает блокировок, не хватает колес нормального размера. Но это все можно докупить после покупки. Что касается гелика, ну, гелик красавчик. Именно этот гелик у нас не мог объехать X5 зимой в снегу. Очень много негатива было по этому поводу. На самом деле мы просто никому не сказали, мы не спустили в нем колеса. Если бы у меня эта машина была в семье, или я знал конкретно ее историю, конечно, я бы взял гелик. Если у меня на руках живые деньги, я куплю машину более свежую и с прозрачной историей. В инстаграме будет, к сожалению, гелик, но он побрутальнее немножко выглядит. Гелик Димы. Чужой. А сам буду ездить на УАЗике. УАЗик, да, хороший автомобиль семейный. Человека, который уже в таком возрасте или практичном, то, однозначно патриот. Однозначно патриот. Патриот можно нагрузить цветами, бабушками. Но туда яблоня залезет в полный рост. А что, в гелик не залезет? Я думаю, нет. Да с какой стати? Не, в гелик залезет. Гелик все залезет. Все. Но это же не для гелика. В гелик залезет 5 баб. Запрыгнет. Запрыгнет там сами. Не, там баб будет 15. Между ними будет конкуренция, и 5 самых сильных залезут. А вот у вас они даже не пойдут. Почему Давай. Всегда, когда мы начинаем разговаривать, тема... Ну, а потому что это машина для пиписек. Я вон не смог даже до руля дотянуться. Не говори уже о пятой передаче. Я же говорю, я еще мало глуп, не видал больших запасов. Если понравилось данное видео, если понравился формат, когда мы сталкиваем такие машины в их родной стихии, что, ставьте лайки, оценивайте мнение наших экспертов. Мне предстоит завтра сдать в автосалон
этот автомобиль, наш холодильничек. У меня есть специальный инструмент для этого. Я уже приготовился. Ну что, на этом мы, наверное, будем прощаться. Всем до новых встреч. Подписывайтесь, лайки, репосты.